неплохие шансы попасть в компанию 16 сильнейших клубов Европы у румынской «Стяуа». Ответят сейчас на зарубежном небосклоне, и в самой Румынии есть наказание. Владеем ей только в рамках нашего видеосюжета, но и этого вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Удавались атаки на любой вкус, что говорит о техническом разнообразии чемпиона Румынии. Во второй половине матча Лекетуш выиграл силовое единоборство у защиты. Только чудо.